other thing I wanted to talk to you about. It's a rather personal. There is one thing. Oh. One thing. Oh, there's one little thing. Если мы хотим дать определение «отличные условия для футбола», то вот, пожалуйста, они перед нами. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Говорит и показывает Division Rival – самый бескомпромиссный режим. Ждем начала, совсем немного осталось. Очень хорошая игра у нас сегодня может получиться. Ничто этому не мешает. Сенаторс начинают в следующем составе. Голкипер Алисон Бейкер. Кулибали в обороне играет с Кимпембе. Мохамед Салах начинает с Рахимом Стерлингом на краях полузащиты. Впереди Фернандо Морьентес. Отличная передача, но атака все-таки сорвалась. Мяч у Роналду. Азар с мячом. Здорово он в отборе сыграл. Будет аут. Азар. Криштиану Роналду. Отбор исполнен чисто. Все мы отлично знаем, на что способен Мохамед Салах. Но что именно сегодня вправе от него ждать, как думаешь? В первую очередь я бы от него ждал хорошего дриблинга. Здесь он, конечно, мастер. Он может расправиться в одиночку с обороной соперника. Мяч оставляет Кулибали себе. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Потеря мяча на своей половине поля всегда таит в себе опасность. Набиль Фекир. Трибуны просят удар. Уходит он от защитника. Нет проблем с этим ударом у Эдуара Менди. Он добрался до мяча. Подает угловой Фекир. Через пас нужно от такого прессинга уходить. Франк Кесье. Пас не получился, перехват. Рахим Стерлинг. С мячом Салах. Крайне плохой пас получился, мяч перехвачен. Вот это пас прекрасный. Мяч у Дани Карвахали. Мяч за боковую уходит. Будет аут. Выручил он свою команду. И как пробил. Штанга. Момент не закончен. Роналду. Отличные оборонительные действия. Как обидно им должно быть за прошлый момент. Такой шанс был выйти вперед. И вот такое обидное попадание в каркас ворот. Салах с мячом. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Хорошо.
Хаким Зиеш. Пас получается точно на соперника. Рахим Стерлинг. Пожалуй, его самый важный перехват в матче. Рахим Стерлинг. Карвахаль. Кимпембе. Нуну Мендеш. Вот это здорово. Хороший прессинг, и мяч отобран. Денис Закария. Стерлинг. Карвахалю передача. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Криштиану. Азар. Азар. Мяч покинул пределы поля. Аут. Неудачный пас, и он перехвачен. Прекрасная техника. Хорошая попытка, но нет, мяч не будет засчитан. Боковой держит флаг и сигнализирует вне игры. А гол получился рабочим. Немного не хватило, чтобы он был забит из правильного положения. Очень вязкая игра в исполнении обеих команд. Такой футбол и смотреть тяжело, и на него тратятся силы на поле. Эффективности никакой. Нули на табло и очень невразительная игра на всех участках поля. Возможно, сейчас у них получится завершить атаку, но если не голом, то хотя бы моментом. Эден Азар. Криштиану Роналду. И мяч в штрафной. Саншеш. Мохамед Сала. Ренато Санчеш. Мориентес. Фекир. Требуют трибуны удар. И чисто сыграно. Франк Кесье. Мохамед Салах. Снова Фекир. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Хаким Зиеш. Ну и все. Судья дает свисток. Далеко не уходите. Уже скоро мы продолжим. Судья дала свисток. Начало второго тайма. Наш матч продолжается. Он хорошо прочитал момент и перехватил мяч. Пошел в атаку Фекир. Фекир! Вратарь забирает мяч. Тюмени с мячом. Включили прессинг на чужой половине, и не зря. Судья все хорошо видела и за это нарушение назначает штрафной удар. Жорди Альба. Голкипер на месте, справился с ударом. Спас угловой разыгран. Альба. Удар совсем не опасный для Алиса. Мохамед Сала. Хорошо он партнера увидел. Фекир. Он просто не заметил оппонента. Можно забивать. И они забивают. Начало положено. У нас есть первый гол.
Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. И хороший отбор. Салах уходит в атаку. Но владение переходит к сопернику. Ренато Санчес. Роналду. Каким Зиеш? Зиешу передача. Ох, какой перехват. Спас свою команду от больших проблем. И удар заблокирован. Азар. Пас точно на соперника. Опасную передачу делает Салах. Эдуард Менди без проблем забирает этот мяч. Карвахаль. Хаким Зиеш. Мяч все ближе и ближе к воротам соперника. Диогу Жота. Гол! Сравняли счет! После ответного мяча у нас 1-1. Мохамед Салах. Морьентес. Отбор, все в рамках правил. Джо Гомес. Дани Карвахаль. Накрывают его прессингом. Здорово сыграно в отборе. Аут. Все-таки получается перехватить мяч. Диогу Жота. Очень хорошо защитник сыграл. Навес не прошел. Передача. Где-то там есть Криштиан. Вот и все. С этой атакой покончено. Ошибка со стороны защиты. Этим нужно пользоваться. Зиеш. Передача на Роналду. И есть гол! Очень сильный удар у него получился. От души, что называется, приложился по мячу. Не думаю, что вратарь тут мог что-либо поделать. Вот так у нас складывается концовка матча. Теперь у нас есть лидер. Пошли последние 15 минут. Очень опасно может быть. Не проходит удар. Набиль Фекир. Гол! Как он классно мяч поймал на ногу. Отличный удар. Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2. Мяч покинул пределы поля. Аут. Роналду. Флаг поднят. Положение вне игры бесспорное. Фикир. Салах. Получится у них победить. Идеальный момент. Мохамед Салах. Мяч в поле. Может быть опасно. Ну, решай же! Отличная игра в отборе. Джо Гомес. Дани Карвахаль. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Набиль Фекир. Салах с мячом. Стерлинг. Отличный момент есть. И счет остается прежним. Замечательно просто играет голкипер. И, похоже, так, наверное, в ничью команда и сыграют. Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее, и точно был бы гол. Франк Кесье. Карвахаль.
Хаким Зиеш. Пас перехвачен. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Мохамед Салах неудачно в передаче играет. Диогу Жота. Немного точности не хватило пасу, будет аут. Ох, как здорово! Смогут ли они воспользоваться шансом и вырвать 2 дополнительных очка? И все на этом. Команда сыграли в ничью. Какие у тебя мысли на этот счет? Матч полный.